Друзья, всем привет! Так, сейчас, друзья, немножечко поправлю камеру. Так. Вот, друзья. В общем, короче, у меня вот такая картошечка с тушеночкой и с бульончиком. Сейчас я добавлю майонез. Вот такой вот майонез у меня. Вот. Майонезика немножко. Можно еще чуть-чуть. Вот так вот. Вот. Сейчас немножечко добавлю соли. Совсем чуть-чуть. Ну, где-то вот такое вот количество. Можно даже чуть поменьше. Где-то вот так вот. Так. И размешаю, чтобы майонез растворился. Вот. Это, короче, картошка с тушенкой. Из домашняя тушенка. Вот. Это мне отец привез ее. Вот. Это он сам ее делал. Вот. Домашняя тушенка. С картошечкой. Вот такая вот. Ух ты. Картошка такая. Замечательная. Вот, друзья. Вот. Вы, если тоже сейчас кушаете, то хочу пожелать вам приятного аппетита. Давайте, друзья, кушать. Очень вкусно, обалденно. Очень вкусно, друзья. Такой бульончик, знаете, наваристый, такой прям. Чувствуется вкус домашней тушенки. Объедение. Очень вкусно. Обожаю вот так вот именно картошечку с бульончиком, с домашней тушенкой, с майонезом. Очень вкусно. Казалось бы, очень простое блюдо, да, но проще некуда. И готовится очень быстро. Но, тем не менее, это очень вкусно. Очень вкусно, очень сытно. Я чай решила. Да.
Вообще обалденно вкусно. Обалденно вкусно. Друзья, спасибо вам за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи и всего-всего самого наилучшего.